самое главное, нельзя находиться на наушниках. Потому что объявление диктора, сигнал, подаваемый поезд, вы можете его услышать. Каникулы – время отдыха для детей и усиленной работы правоохранительных органов. В рамках акции «Безопасное лето» для учащихся 67-й школы в здании вокзала «Пенза-1» организовали специальный урок. В ходе мероприятия сотрудники железной дороги и линейного отдела МВД России на транспорте провели лекцию, ответив на интересующие ребят вопросы. Сегодня мы собираем детей для того, чтобы в период вот этих вот летних каникул все однозначно будут ездить, кто-то к родственникам, кто-то там с родителями на дачу, и кто-то будет сталкиваться с железной дорогой. Наша задача, самое важное, обезопасить детей. Ну, мы уже знаем, как нужно ходить по железной дороге, что нельзя подходить за линию, и нельзя бегать, нужно хорошо себя вести, получается. И нам сегодня очень интересно пройтись по, получается, по платформе и посмотреть на собак, которые обыскивают людей. Каждый день вместе со своей собакой я провожу профилактические осмотры ЖД вокзала, аэропорта. Четвероногий сотрудник МВД привлек особое внимание детей. Им рассказали про тренировки и главные задачи служебной собаки, а также о ее действиях при обнаружении подозрительных предметов.